Задание «Стальная роза» начали. Операция «Стальная роза». Платформа, на которой находится кислотный реагент, была обнаружена около места начала проведения парада. Ее нужно захватить. Гутеррес выдал примерное местонахождение госпика и кислотного реагента, который он намеревается распылить с помощью небольшого взрывного устройства. Ваша задача – не допустить детонацию взрывчатки и уничтожить госпика и его людей. Гутеррес выдал госпика, чтобы спасти свою собственную шкуру, а это нам на руку. Платформа подготавливается в переулке возле места начала проведения парада. Ее охраняют все, кто еще остался у госпика. Так что будем надеяться, что они будут держать гражданских подальше от нее. Сам госпик тоже где-то поблизости. Он хочет лично увидеть, как все пройдет, и поэтому у нас есть шанс пригвоздить его. Мы сообщили наши данные местным властям, и полиция уже уводит людей с улиц. Госпика они оставят нам. Не забудьте обыскать здание вокруг платформы, чтобы найти его и его людей. После потери своего аэрозольного оборудования госпик был вынужден вернуться грубым методом. Если верить Гутеррсу, госпик установил заряд взрывчатки прямо в центре платформы, а по периметру расположил кислотный реагент. Парни госпика собираются покинуть платформу посреди парада, а после этого заряд будет взорван. Это довольно сложно, но если он рассчитает правильно, то взрыв сможет разнести химический реагент на полгорода. Если не сумеет, то взрыв, скорее всего, просто убьет всех в пределах пары кварталов. Это в любом случае проигрышная ситуация. В конечном итоге разведка полагает, что дело коснется не только Рио. Удары, подобные этому, будут нанесены по всей Южной Америке. Дальнейшие последствия выглядят просто мрачно. Даже самые упертые оптимисты уверены, что госпик, а точнее его преемники, еще ударят по нефтяным месторождениям и будут убивать. Теперь, когда мы знаем, что происходит, можно попытаться предотвратить это. Но первым делом все равно нужно остановить госпика. А что на английском переведено? Приказы. Ваша задача предотвратить взрыв и уничтожить госпика. Госпик со своими людьми, скорее всего, находится на крыше гостиницы, наблюдая за последними приготовлениями к операции. Однако, прежде чем заняться им, убедитесь, что вы обезвредили химическую бомбу, расположенную на одной из платформ. Ее точное расположение смотрите на своей карте. У нескольких безумцев госпика есть приказ взорвать бомбу, если они не получат опасность. Так что будьте осторожны. Кроме того, ищите снайперов на крышах и в окнах, так как они будут ждать вас. Понятно. Ладно, сейчас все настрою, возобновлю. Так, вроде все. Сохраняем план. Да хуй я вообще беру зеленый отряд, я вообще не знаю, как пользоваться до сих пор. Ладно, возобновлю, когда у нас начнутся миссии. Он испытает на нас все, что у него есть. Текс. Уже лучше начало, да, обычно тут, блядь, сразу на прогиб кидали. О, хорошо, чуваки сзади помогли, я даже не попал по нему, блядь. Никого? Угроза устранена. Там где-то в окне должен хуй сидеть, блядь. Враг. Устранена.
связаться. Все отряды пошли. Прибыли, сэр. Так, отходим. Так, что будем делать дальше? Надо через это крыло сходить, тут надо зачистить все, наверное, я их тут пока оставлю. Всем стоять на месте! Удерживаем позицию! Враг убит! Угроза устранена. Отлично. Блин, собака, ты смотри. Танго убит. Падла ебучая. Блять. Рано. Угроза устранена. Один. Враг убит. Еще там охуярок на крыше, ой, в окне. Падла, блять, как его выбить бы оттуда. Где ты, блядь? Сука. Враг нейтрализован. Блять, еще один на крыше сел. Где еще? Там еще один был, я увидел, блядь. Все, что ли, да? Ну ладно, и так пойдет. Всем отрядам стоять! Держу позицию! Все отряды пошли! На месте! Более-менее почистил нормально. Враг нейтрализован. Чувакам тоже на доработке оставили. Тут второго нет, обычно тут респаунс из ниоткуда, блядь. Ну-ка. Нет, тут все. Тут больше никого не видать. Танго убит. Враг нейтрализован. Блять, и тут. Угроза устранена. Пиздец какой-то, нахуй. Враг нейтрализован. Ёбаный народ, нихуя вы, блядь. Угроза нейтрализована. Танго убит. Пиздец, нахуй. Ну вы, пацаны, вообще, ребята, блядь. Тут никого. А, блядь, наверное, на втором этаже, сука. Ну, да, скорее всего, да. Надо глянуть. Пизди. Че это было, блядь? Отходите, ёпта. Где он стреляет? Сверху, наверное, этот падла. Хуй с ним.
сказала. Что это было, блядь? Угроза устранена. Так, ну надо мной до чела есть. Бля, ко мне что ли, где, сука? Угроза нейтрализована. Ладно. Мрак нейтрализован. Так. А, тут кто-то есть. Она. Угроза устранена. Контакт. Чё, пошли сразу на этаж выше, наверное, бля. Успешно завершено. Эвакуируйтесь. Я чертовски горжусь вами. Так, заебок, прошли, отлично. Все завершили. Мне надо как-то, блядь, окончательно ролик не проебать. Сейчас попробую. Улицы за мной переполнены людьми. Было опасение, что праздник может быть прерван. Но, по словам представителя полиции, не было никаких реальных оснований отменять торжество. Давай пройдемся по всему еще раз. Госпик бездействовал, пока из Венесуэлы не депортировали его друга. Почему? Это все из-за этого идиота Сайсика. Понимаете ли, Госпик и Сайсик во время войны работали вместе. Но когда Сайсика схватили, Госпик запаниковал. Он действовал слишком поспешно. И это к счастью для нас. Теперь давай поговорим о Госпике. Что он делал потом? Госпик знал, что умирает. Он сказал мне, что он собирается преподнести миру прощальный подарок. Он хотел спровоцировать экономический спад, чтобы по дешевке купить нефтяные месторождения Венесуэлы. Он хотел использовать собранные им деньги для поддержки нового международного фашистского движения. А в чем была твоя выгода? Или тебе нравились его убеждения? Политика изменчива, но деньги не приносят пользы, если их некуда вложить. Он финансировал мою избирательную кампанию в обмен на политическую поддержку. А если бы я проиграл... В общем, он планировал переворот. Это была сделка с дьяволом. Он был вороном, пирующим на трупах старой войны, а я должен был стать для него щитом, пока его дети не научились бы летать. Это все не объясняет манипуляций с нервным реагентом. Госпик хотел, чтобы на улицах были груды мертвых. Тогда в Рио не приехал бы ни один турист. Это подорвало бы экономику всего региона. Тогда ему было бы легко купить то, что он хотел. Но это все уже не важно. Он мертв. Вы победили. А я отправлюсь в тюрьму.
ребята, все закончилось. Вы хорошо поработали. Я горжусь вами. А сейчас там снаружи идет отличная вечеринка. Выметайтесь отсюда и идите веселиться. Вы это заслужили. Вот и все. Равеншилд забит. Короче, миссии какие-то были. Ну, эти, типа, 4 или сколько их второстепенных, побочных таких, специальных заданиях, или как они называются, может потом пройти тоже, наверное. Обычно проходили их. Не знаю, титры смотри до конца, хуй с ним нам пусть идут. Хотя, нахер они нам нужны, блин, да? Главное меню, все. Ладно, да. Вот эти миссии потом будем бороть. Так. Смоки волк. Ход на террористов. Что это значит? Ну, представляю, самому себе, если есть не цель добраться до зоны эвакуации живым. Может, задача нейтрализовать всех террористов на карте. Спасение заложника. А, ну тут даже 6 миссий будет, блядь. Хотя не, подожди. Нет, ну да, 6 миссий. Даже тренировка есть. Ладно, потом разберемся.